Завтра буду всем рассказывать, что у меня сама Оксана Рачкулик была на разогреве. Творческое объединение «Оазис». Мне нравятся очень все три слова. Объединение. Вы сейчас смогли убедиться, да, что только в команде таких же немножечко сумасшедших людей, как ты сам, как и я таким являюсь организатором, можно чего-то достичь, можно чего-то добиться, можно что-то такое придумать, что потом будет это интересно зрителям. Творческое. Ну, тут все понятно. Вы видели сегодня выступающих на сцене и членам объединения, и гости подъехали, наверное, не менее творческие и интересные. «Оазис». «Оазис» — это ведь то, что путник ищет в пустыне, пробираясь по жгучим пескам. Он идет в надежде, что он сейчас увидит «Оазис». Вы включите подольше телевизор вечером, посмотрите, послушайте, что нам рассказывают и показывают. Это жуткая попса, это фонограммы, это вот все то, что мы видим и слышим ежедневно, ежечасно. Ну ладно мы, но наши дети ведь тоже это впитывают в сердце, в кровь, под кожу. А вот здесь действительно оазис, здесь глоток чистой воды, здесь свежий воздух, здесь царит поэзия, здесь царит гармония, здесь творческие люди, творческое объединение «Оазис». Ну и в одной всего, конечно, стоит авторская или бардовская песня. Я когда-то себе любимому придумал такую песню по случаю. И сегодня я хочу посвятить ее всем бардам, которые были на этой сцене, будут еще на этой сцене или будут в другие дни на этой или других сценах. Старых без кипченки ноженых, без кивуш сединой и порошенный, и пальцы часто путают лады. Какой я, братцы, бард без той горы, что тысячами свеч качала песни в такт, а нынче мне в палатку не залезть никак. Рюкзак чулан заброшен до поры, но я возьму билет, смахну с гитары пыль. Приеду я сюда, где ветер гнет ковы, где ждут меня друзья, где люба песни петь, где ты настраив кружка в чай, где душу будут греть. Какой к черту бард без тех друзей, что научили жить с мечтой и в радости, глядеть на мир без робости и зависти, а из души не делать мозоли. Какой, братцы, бард без тех костров, вина по кругу и золы картофельной. Совсем не так поется в кухне кафельной, в присутствии диванов и столов. И я возьму билет, смахну с гитары пыль, приеду я сюда, где ветер гнет ковы, где ждут меня друзья, где люба песни петь, где дым костра и кружка в чай, где душу будут греть, где дым костра и кружка в чай, мне сердце будут греть. Сегодня было очень много хороших песен на выступлении, но не было еще ни разу, чтобы выступающий спел вместе с залом. Я хочу сейчас это исправить. Не бойтесь, мы не будем петь популярные бардовские песни, которые вы все знаете. Мы споем мою авторскую песню. Да, я понял вашу иронию, что вы слов не знаете. Слова будут очень простые. Это 8 междометий из школьной программы. Ой, ай, знаете, да, что такое междометие? Мы будем это делать в таком ритме. Значит, вот смотрите. Я пою. Ой. Ой. Зал поет. Понятно, да? Репетируем. Ой. Ой. Отлично. Если чуть-чуть еще громче, мы сразу начнем уже петь.
отлично. Вот. И вот всегда эту песню пел вот так вот залом, и зал мне помогал делать междометия. Сегодня я хочу попробовать еще одну вещь. Я вас плохо вижу, но я надеюсь, что вы меня увидите хорошо. Я вот так, когда подниму руку, вы громко все вместе дружно спросите, а почему? Но это репетировать надо, это точно получится. И еще маленькая крохотная совсем реприза. В этой песне есть одно слово, которое сегодня стало немножко нарицательным, но песня написана в 2012 году, когда слово «Майдан» ничего другого не означало, как городская площадь, место для сборов, где люди собирались, торговали, обменивались новостями. Здесь будет вот это слово, оно именно в том смысле, который сказал. Готовы? Еще 10, 10, 10, 100 лет такого же творчества.